Привет. Итак, я только встала, проснулась раньше будильника, потому что сегодня первый день, когда я наконец-то буду открывать вот эту прелесть. Это календарь Look Fantastic. Я его получила еще в ноябре, но решила дождаться вот четко декабря, чтобы его открывать. И вам показывать. Это такой сюрприз. Я буду открывать каждый день по одной ячейке и смотреть, что там за продукт. В принципе, я где-то видела его полное наполнение, но не знаю, что в какой ячейке лежит. Поэтому это такое предвкушение Нового года. Подарок каждый день. Единственное, что я, наверное, не буду это делать по субботам. Вот. И таким образом, может быть, подберусь ближе к Новому году с этими подарками, потому что здесь всего 25 ячеек, а оно рассчитано на католическое Рождество. Сейчас мне под глазами маска, потому что я осталась немножко отекшими глазами. В общем, вот так вот я выгляжу по утрам. И еще сейчас открою, что там посмотрим. И посмотрим, буду ли я делать видео вечером. Так, где у нас циферка 1? Кто-нибудь видит циферку 1? А, вот она. Вот она. Так, что же у нас на первый день? О! У нас миниатюрка. Я надеялась, на самом деле, что он будет где-нибудь попозже. Пришлось применять чуть ли не силу, потому что ну никак не вытаскивался, даже вот календарик немножко повредился, и другие ячейки начали открываться. Ее так там затолкали плотно. В общем, это Pixi Glow Tonic. 5% гликолевой кислоты. Очень давно хотела его попробовать. На самом деле, я думала, эта штучка, флакончик будет больше. В общем, вот это вот тоник, который был в наборе, буду его пробовать. И потом скажу вам о результате. Итак, мы в моей ванной. Сейчас я буду пробовать тоник. Уже умылась вот этим вот моей умывалкой от Мурат. HA, BHA Exfoliating Cleanser. И сейчас буду пробовать тоник с гликолевой кислотой. Он запечатан. Но здесь так мало, я на самом деле думала, будет гораздо больше. Объем. И вот так сложно было вытащить из этой упаковки подарочной. Ужас просто. Так, я всегда разделяю диски на два, две половинки. Мне одна половинка кажется слишком толстой. Ну, пахнет довольно приятно чем-то съедобным, я бы сказала. Может быть, чем-то типа огурца, но нет, все деревья, что-то такое. Ну, покраснений вроде бы нету. Этого тоника, то есть, в принципе, несмотря на то, что он с кислотой, я бы сказала, что он достаточно мягкий. Так что, вот, это был первый продукт, это коробочки от Look Fantastic. Предновогоднего набора. Надеюсь, вам было интересно. И завтра будет следующий продукт. Оставайтесь со мной. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы, если вам понравилось это видео. И буду рада вашим комментариям и вашей подписке.